Здравствуйте, с вами Ивантеевское телевидение. Программа «День за днем». В студии Анастасия Квардицкая. Сегодня в выпуске. Качественно, но не быстро. Реконструкция общественных пространств должна завершиться в этом году. Учить и учиться. Конкурс профмастерства выявляет лучших. «Мы – одна семья». Праздник для многодетных семей от обладателей губернаторской премии. Об этом и многом другом прямо сейчас. Сроки срывают. Подрядчики, выигравшие конкурс на работы по благоустройству скверов за КДЦ Первомайский, центра Кекушева и центрального проезда, не смогут завершить до 30 ноября, как предусмотрено контрактом. Максим Красноцветов, заместитель главы администрации, пообещал, что власти потребуют выполнения работ по проекту полностью. Благоустройство нескольких дворов детского проезда – часть контракта работ по скверу за КДЦ «Первомайский». Во дворах укладывается плитка, подрядчики готовятся провести освещение, установить столбы. На территории должны быть и камеры видеонаблюдения. Максим Красноцветов, заместитель главы администрации, поручает МБУ ГХ установить лавочки у подъездов домов по детскому проезду. Установят здесь и колодец ливневой канализации. Амфитеатр, предусмотренный проектом, уже угадывается. Благоустройство идет не только внутри территории КДЦ, но и снаружи. Максим Валерьевич расстраивается. Не успели поставить новые остановки, как не реализовавшие свой потенциал художники уже отметились. Со стороны поликлиники будет обустроена парковочная зона. На территории высадят 90 деревьев, около 60 из них по периметру. На этом объекте сейчас работает около 50 человек, на ЗДК Первомайского работает около 35 человек. Значит, техника, механизмы, все в наличии есть. В сквере центрального проезда до 1 декабря закончат со столбами и освещением. До 20 декабря установят малые архитектурные формы. К зеленым насаждениям постарались отнестись бережно, сохранив здоровые. Все аварийные и неценные сорта деревьев были отсюда удалены. В районе 350 деревьев мы планируем здесь высадить. На месте фонтана будет инсталляция в виде мельницы. Контрактом установлены сроки 30 ноября окончательно. Естественно, подрядчик не успевает как и в сквере ЗДК, так и здесь. Но в любом случае мы будем работать до 100% выполнения работ. Контракт будет закрыт со штрафными санкциями. А в парке завершают строительство еще одной прогулочной дорожки, которая протянулась от Студенческого до речки и вдоль берега. Длина более полукилометра. По поручению главы города мы разработали концепцию развития данной территории. Она предусматривает в том числе и дорожно-тропиночную сеть. Наша концепция участвовала в конкурсе губернатора парка Подмосковья. Мы выиграли, заняли первое место. Нам дали грант 10 миллионов рублей. Вдоль дорожки установят 30 опор освещения и лавочки с урнами. Почти 21 миллион. Общая сумма долга ивантеевских управляющих компаний и ТСЖ за водоснабжение и водоотведение. Ивантеевский водоканал опубликовал список неплательщиков. Самая большая задолженность – «Оранжвуда», который на 21 ноября не выплатил более 3 миллионов 150 тысяч рублей. Еще одна управляющая компания задолженностью свыше 3 миллионов – «Жилэксервис». Более 2 миллионов должна «Люная Риэл Эстейт». Среди других неплательщиков, указанных водоканалом – «Новосел Жилсервис», «Профсервис», «ТСН Бережок», «Лада», «УК номер 1», «Техкомсервис», «Люкссервис», «ТСН Заводская 12», «Система Брит», «ТСЖ Прима», «ТСЖ Студенческий». Стоит отметить, что по информации общества с ограниченной ответственностью «Лада», с июня управляющая компания передала полномочия по начислению платежей за водоснабжение и водоотведение ресурсоснабжающей организации. Однако квитанции от водоканала жители не получали вплоть до октября. В Ивантеевке идет городской конкурс «Педагог года». Второй этап первого тура – научный. Участники представляют свои методические системы. Доступно и по-научному, в соответствии со стандартами и интересно для школьников. Современно и традиционно. Сегодня педагог соединяет несовместимое. Девиз конкурса – «Учить и учиться». Интерес появился с того года, когда я тут побывала, посмотрела, сколько интересного узнала для себя. И в этом году решила сама поучаствовать. Испытать свои силы. Смогу я, не смогу. Второе испытание первого тура городского конкурса профмастерства – «Мой педагогический опыт». Эльвира Сабитова делает ставку на техническое развитие детей. У меня сын, он любит очень конструкторы, всяческие головоломки, и меня даже само это затягивает. Вот эти интересные схемы, когда мы с ним рассматриваем, это очень интересно. И детям очень нравится, самое главное, что дети идут навстречу этому.
Развитие речи с помощью моделирования сказок, уроки с Квадрат Ивановичем, пальчиковые игры собственного изобретения, компьютерная программа «Умка». Сегодня специалисты обосновывают свои, зачастую уникальные методики. Но жюри словам не верит и на открытых занятиях и уроках посмотрит, что и как работает из обещанного. Елена Опивалова уже принимала участие в городском конкурсе. Из прошлого опыта сделала выводы. Она учитель русского языка и литературы и буквально борется за чтение. Когда детям проще взять и посмотреть краткое содержание, они не открывают настоящий текст и не читают ничего. И кажется, что на уроке можно вывернуться. Вот наша задача сделать так, чтобы не читали дети краткое содержание текста, да, а читали в подлиннике. Мы слишком зависим теперь от интернета. Читать дети совсем перестали. А самое главное, не читают дома, не читают с родителями. Учитель математики Ксения Кувшинова с гаджетами не борется, а ставит их на службу знаниям. И в каждом классе я создала интерактивную доску. Она находится в интернете, да, соответственно. И каждый ученик туда может присоединиться, даже несколько учеников. Мы с ними в режиме онлайн по скайпу, скажем так, это все проговариваем. То есть там есть доска, есть у вас мышка, вы, соответственно, пишете, рисуете, можете ставить картинки, разбирать домашние задания и голосом общаться. Поэтому отмазки в стиле «да, я не понял» и так далее не принимаются, потому что у вас есть возможность разобраться со мной без проблем. Ксения Александровна сама закончила третью гимназию. Я считаю, что все мое творчество, то, которое я применяю на уроках, оно заложилось моими учителями в моей школе. Они меня научили делать проекты, работать в программах и привили мне интерес к этому. Конкурируют не только учителя и воспитатели. Специальная номинация есть для специалистов, психологов, педагогов доп. Образования. Далее участники покажут свое мастерство на занятиях с детьми. Прокуратура Ивантеевки приглашает школьников от 10 до 17 лет принять участие в конкурсном отборе для обучения по дополнительной программе в лагере «Артек». Прием документов до 29 ноября. Перечень можно узнать на сайте «Артека» и Генеральной прокуратуры России. Навстречу Дню инвалида. Ивантеевка готовится принять областной форум сильных духом «Богатыри Подмосковья». В городе уже дан старт мероприятиям, направленным на распространение информации о людях с ограниченными возможностями. Первая ласточка – фотовыставка библиотеки Горбунова. Портрет в подарок. Активисты городского общества инвалидов любуются. В фотосессии, которая состоялась в разгар золотой осени, поучаствовали 18 женщин в возрасте от 33 до 83 лет. Людмила Николаевна гордится, что ей 77. Приятно, все-таки хочу сказать, все-таки нам возраст уже и уделяет такое внимание. Я думаю, что это здорово. А результатом насколько довольны? Я очень довольна. У меня дочь говорит, у меня мама самая красивая. Автор фотографии Алла Мещерякова. Ее сотрудничество с городским обществом инвалидов началось несколько лет назад на спортивных праздниках. Ее работы относятся к новому жанру – фотографике. Обычный снимок фотографии, вот, и переводится в другие программы. Есть такие программы рисовальные, вот, которые ничем не хуже, чем у художника работа получается. Масляные основы идут, маски накладываются, потом акварельные маски. К мазкам добавляется фактура холста, и фотопортреты становятся словно нарисованными. Подопечные общества инвалидов участвуют в акции «Портрет в подарок» уже в третий раз. Первая фотосессия проходила в феврале 2017 года, вторая – зимой 2018. Всего в трех проектах приняли участие 50 моделей. Фотограф, он делает нас такими, какими мы есть, но, может, немножечко нас освежает. Вот, и поэтому мастерство фотографа растет, и эта выставка, она как никогда, в общем-то, показывает, что стареем мы красиво. Элегантно, красиво, с честью. Первая фотовыставка городского общества инвалидов. Осенняя пора. А чей очарование? Продлится в фойе библиотеки имени Горбунова до 3 декабря. Серию встреч о людях с ограниченными возможностями и безграничными талантами проводит в Ивантеевке инвалид-колясочник Татьяна Чевардаева. Мотивационные встречи с Татьяной Чевардаевой проходят регулярно для учеников средних школ и гимназии Ивантеевки под названием «Держи удар, не дай себя сломать». Татьяна Михайловна – лектор общества «Знания», выпускница юридического факультета МГУ, художник, журналист, поэт, автор нескольких книг.
А еще инвалид-колясочник, живет с диагнозом детский церебральный паралич, не опуская руки и вдохновляя других. В активе Татьяны Михайловны есть даже покорение Эльбруса. Сегодня рассказ о подвижниках-преодоленцах, в частности, о блаженной Матроне Московской и иконописце Григории Журавлеве. В подарок школьники получают книгу всех времен «Как закалялась сталь» Николая Островского. По словам Татьяны Чевардаевой, этот проект создан с целью показать людям, что ограниченные возможности для человека – лишь слова, официальная формулировка. Главное – преодоление себя и своих болезней – сила духа. В 20-й раз в России отпраздновали День матери. По всей стране прокатился шуточный флешмоб «Мама, я надел шапку». Праздники прошли в каждой школе и в каждом детском саду. Торжество для многодетных семей устроила в центре Кекушева общественная организация «Мы – одна семья». Аниматоры и волонтеры помогают сделать День матери настоящим праздником для малышей и их родителей в центре Кекушева. Торжество для многодетных мам, которые объединились в Ивантеевскую общественную организацию «Мы – одна семья». На 270 мам здесь 840 детей. Чтобы дети не болели, чтобы все у вас было хорошо, мужья любили, в семье было понимание, ну и всего, наверное, самого хорошего. Такая организация городу нужна. Это как и поддержка. И губернатор оценил, да, ваш вклад в город, в семьи многодетные. В этом году организация стала лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». Сегодня мам поздравляют хореографические и творческие коллективы, вокалисты школы искусств, артисты цирка «Шаривари». В рамках праздника состоялась и лотерея для гостей, призами в которой стали сеансы на посещение соляной пещеры, кино, батутного центра, а также этнопарка. Семейный праздник для многодетных мам прошел в Ивантеевке во второй раз. Как часто мы признаемся в любви своим родителям? Ко Дню матери ребята из молодежного медиа-центра подготовили ролик. Дорогие мамы и бабушки, мы поздравляем вас с Международным днем матери. Желаем вам оставаться такими же красивыми и любимыми нами. А вам, дети, советуем задуматься над тем, как часто мы произносим эти дорогие сердцу слова. Мам, а я тебя люблю. Что уже случилось? Ничего, все хорошо. В смысле? Я тебя люблю. Маш, ты что ли? Да. Да, я тебя тоже. Я тебя очень сильно люблю, и ты у меня самый дорогой человек. Ты моя золотка, я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Угу, я тебя. Ты к чему это? Мама, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю. Ладно. Люблю. Мам, я тебя люблю. Я тебя очень люблю, моя золотка. Я тебя очень сильно люблю. Что случилось? Я тебя люблю. Я тоже. Мам, я тебя люблю. А что случилось? Очень сильно тебя люблю и за все тебе благодарна. Я тебя тоже. Я тебя люблю. Что ты меня? Люблю. Чего? Люблю тебя, говорю. Я тебя люблю. Привет, Алисочка. Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю. Мысли? Я тебя люблю. Угу. Вот, все. Очень сильно. А что за фигня? На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Анастасия Квардицкая. Всего доброго, до свидания.